Молодежный проект Jazz Projects направлен на поддержку инициатив молодых казахстанцев. Будущие инвесторы могут получить грант до 1 миллиона тенге для своего начинания. Граждане Казахстана от 18 до 35 лет имеют право подать заявку для участия в конкурсе на официальном сайте проекта. С 9 октября начинается прием заявок на проект Jazz Project. В нем могут участвовать молодые люди категории NEET от 18 до 35 лет. Прием заявок будет осуществляться до 23 октября, после чего специальной комиссии все заявки будут рассмотрены и 14 проектов будут отобраны. Особое предпочтение будет уделяться именно молодежи с отдаленных районов, а также те люди, чьи проекты будут полезны не только как для самих авторов проекта, но и для нашего региона и для социума в целом. Проект будет реализоваться в три этапа. Первый этап – прием и отбор заявок от участников. Второй – обучение навыкам предпринимательства. Менторская поддержка по реализации, продвижению и развитию проекта. И третий этап – проведение недели предпринимательства. Всего будет разыграно 14 грантов. В первую очередь будут рассматриваться заявки молодежи из уязвимых групп в отдельных сельских районах. Заполнить заявку, указать свой проект. Все, больше ничего там практически не нужно. Мы будем еще проводить вебинары с участниками, будем объяснять досконально все, как работать на сайте, как что заполнять, всем будем помогать. Для участия в конкурсе заявитель должен зарегистрироваться на информативном ресурсе и заполнить анкету. Цель проекта – вовлечь молодежь в социально-экономическую жизнь местного сообщества и продуктивную занятость. Евгений Борщ, Жаслан Жубаев, программа «Факт».